Наша компания является разработчиком комплексов оборудования, систем для индукционного нагрева металлов для промышленного применения. Наша компания основана в 1994 году на базе Томского института автоматики и электромеханики. С этого времени мы прошли значительный путь от первичных экспериментальных образцов до серийной продукции, которой пользуются ведущие предприятия России, такие как РЖД и «Газпром». В настоящее время мы предлагаем большое количество серийных решений, серийного оборудования и услуги по разработке комплексных проектов для промышленных производств. На эту выставку мы приехали в первый раз как участники. В предыдущие два года мы были здесь гостями, и выставка превзошла самые, можно сказать, смелые ожидания, которые мы питали по отношению к этому мероприятию. Большое количество запросов, большое количество продуктивного интересного общения, очень дружелюбная атмосфера. Я думаю, что мы возьмем за правило участвовать регулярно в этом мероприятии, тем более, что это та самая специализированная выставка, которая отвечает полностью нашим интересам.